Первый легальный онлайн-аукцион по продаже рогов носорога проходит в Южноафриканской республике. Владелец крупнейшего в мире стада этих животных Джон Хьюм выставил на торги 264 рога. Такое право Хьюм получил по решению суда, который отклонил просьбу правительства ЮАР запретить аукцион. Владелец стада из 1500 носорогов утверждает, что ему нужны деньги на его охрану от браконьеров. Я должен устанавливать радары и камеры, чтобы защитить их. Для этого нужны огромные средства, а у меня их нет. Поэтому я и выставляю на аукцион рога носорогов. Надеюсь, у меня появится достаточно денег на охрану моих животных. Хьюм говорит, что ему приходится оплачивать вооруженную охрану и вертолеты, которые патрулируют территорию фермы, а также электроэнергию. Вокруг фермы установлено заграждение, находящееся под напряжением. Кроме того, носорогам под наркозом спиливают рога. Это также должно защитить их от браконьеров. Новые рога у животных вырастают примерно через 2 года. Хьюм полагает, что легальные аукционы сделают невыгодной торговлю на черном рынке. Между тем, защитники природы опасаются, что проданные в ЮАР рога незаконно вывезут в Азию. В Китае и во Вьетнаме их используют в традиционной медицине. Однако торговля рогом носорога в этих странах запрещена. Думаю, люди, выступающие против аукциона, опасаются, что он спровоцирует рост спроса на рога носорога в Азии. Такой аукцион противоречив и смутит азиатский рынок. Торговля рогом носорога запрещена Конвенцией ООН. Это значит, что экспорт из ЮАР тоже будет незаконным. Носороги оказались на грани вымирания из-за бесконтрольной охоты. В Азии верят, что их рога обладают чудодейственной силой. Цена за килограмм на черном рынке может достигать 60 тысяч долларов.